Всем здорово, народ! Добро пожаловать в новую серию по спарже. Направляюсь сейчас к Сереге в гараж 66. Нарился сегодня по-зимнему, как дурак, а на улице уже плюс 15 градусов. Хотя утром было еще холодно. Ладно, сейчас посмотрим, что там со спаржей. Начал ли Серега делать арки, а то осталось уже, грубо говоря, неделя. Хотя не грубо говоря, а осталось уже неделя. И там уже будет подготовка к первому фестивалю. Блин, лишь бы Серега успел сделать арки. План у меня таков, делать хотя бы передние крылья полностью. Даже пофиг, не покрашенные поеду. Как бы терять пока нечего. Серобора влезла на заднее сиденье 11-й. Вот крыло с разборки. Будем на нем пробовать делать арки. А вот это, собственно, уже новое крыло. Че как, народ? Нахожусь я сейчас у себя дома, в столярке. Занимаюсь здесь сплиттером. Также делаю самодельный утиный хвост себе на 11-ю. Пока ничего не понятно, потому что это все находится в монтажной пене. То есть решился все-таки сам попробовать. Делаю из монтажной пены и сетки стекловолокна и эпоксидного клея. То есть сейчас еще решил приобновить свой фильтр. Сейчас покрыл уже лаком. Также вставку на туннель. Вот сплиттер, собственно, сам находится. Вот верхняя крышка фильтра, но, к сожалению, не получилось ее покрасить. Приобрела она вот такой вот сине-сиреневый вид. Но, к сожалению, верхняя часть не поддалась, не стала просыхать. Сплиттер я покрывал изнутри монтажной пеной, потому что я научился в прошлом году то, что он, если расслаивается в этом месте, то есть... Ну, натирается об асфальт, об бордюрчики. При попадании воды он расслаивается, и его просто нижняя часть выдирает, как у меня было в начале сезона. Ну как, в начале зимы, когда я свой старый поставил. Вот, сейчас я сделал 4 отверстия, 2 по краям и 2 ближе к середине. И все запенил полностью внутри. То есть он станет более жестким и не будет теперь так быстро разваливаться. Собственно, осталось его только покрасить. Ну вот и все, не знаю, попробую сделать все-таки утиный хвост. Сделал сначала каркас из медной проволоки, ну что было под рукой. Вот, собственно, как он будет выходить. Это ушел уже у меня третий флакон монтажной пены. Очень туго идет, монтажная пена просто улетает. Не знаю, но, наверное, это последний бутыль ушел у меня. Дальше я завтра, наверное, это все срежу и начну покрывать. Ну как покрывать? Наносить сетку. Дальше все это выравнивать. Ну вот пока так. Моя столярка, в которой я все делаю по покрасочным работам сам. Чао, народ, идет еще один день очередной возни с детальками для машины. Как вы поняли, мы уже начали потихоньку делать арки, и думаю, в этой серии мы их закончим. Не будет, конечно, финальной там покраски, шпаклевки и так далее, но уже будет полноценный готовый металл, я надеюсь, конечно. Ладно, в общем, движутся работы потихоньку по сплиттеру. Сейчас
сейчас я уже все подготовил. Буду красить его в черный. Время, конечно, час ночи уже. А я до сих пор еще ничего не сделал. Потихоньку также двигается работа с утиным хвостом, с которым еще ничего не понятно даже. Ну, короче, сейчас вам покажу. Вам этот туннель в салоне, который я все-таки переделал. Поменял я тут местами кнопки. Сейчас у меня, которые были от стеклоподъемника, будут от пневмо. То есть более-менее удобно ориентироваться. То есть вверх-вниз понятно же, что пневмо. А здесь со стеклоподъемником, с обозначением, понятно, что уже от стекол. Также поставил кнопки от подогрева. Пока они не подключены, но вскоре будут. Восстановил пепельницу. То есть новый чехол сшил для коробки переключения. Ну, кармашек для телефона. Здесь в стандарте идет прикуриватель и пепельница. Раз я не курю, мне это не надо. Поставил сюда прикуриватель, чтобы что-то заряжать. Думаю, поставить сюда беспроводную зарядку для телефона. Надеюсь, получится круто. Также покрашено в черный. Вот моя старая. То есть все то же самое. Но так вот эта версия, она гораздо получше в плане вот этого кармашка сделана. То есть все аккуратно, все красиво сделано. Вот. Также вот давным-давно сшили чехол на аккумулятор в багажник, но еще не было возможности его поставить. Ну, завтра, думаю, отвезу к Сереге, это поставим. Также вот мои вот эти вот стяжки, растяжки, стойки сплиттера. Полирнула здесь у них вот эти вот центра. Теперь они блестят. Вот какими они были. Ну, это старый, но как бы разница колоссальная, да? Почему вот? Вот эта трубка просто идет в диаметре 8 мм, по-моему, если не ошибаюсь. Просто они нарезают резьбу и покупают такие вот жесткие петли. Как бы в строительных магазинах, я не знаю. И все. Вот, в принципе, все вот эти вот стойки. Жесткие петли и трубка, по-моему, на 8 мм. Ну, вот такие дела. А завтра я все отвезу это к Сереге. Буду потихоньку ставить. Также поставил новый вот этот фильтр, который купил на заправке у нас. В принципе, зашел он хорошо. Мне нравится то, что цвет зелененький такой. Здесь сетка. А старая выбросила, потому что попадала влага, и он просто разбух. Вот кому, если интересно, как называется фильтр. То есть, ну, качество здоровское. Возвращение бублика. Полностью убрали отбойник, чтобы арка ложилась прямо на диск. Сега сейчас там пилит второе крыло, все. Вот как было. Отбойник. Ну, вот он такой вот красивый. А без него спереди. Гараж Виталика, а я приехал к маляру отдавать пороги. Как вы поняли, начали мы пилить бампер, чтобы все влезло вместе с глушителем. А то ехать в таком вот состоянии как-то не особо. Особенно когда морда вся собрана, а жопа какая-то недособранная. Ну такое. Все, в общем, отдал я свои пороги в покраску. Завтра вечером ребята обещали сделать. То есть как раз ночью с четверга на пятницу я собираюсь заниматься машиной. То есть всякими мелкими там, ну, доработками, там диски подкрасить, тут прибрать, тут прикрутить. И все, и мы едем в Тюмень. Также не забывайте, что розыгрыш петли состоится в эту пятницу, то есть уже послезавтра. Да, все. Ну, скорее всего, приз вручим и
после Тюмени, то есть это на следующей неделе. А, наверное, будем в Тюмени, тогда смонтируем этот выпуск. Так что, ну, все равно участвуете. Молодцы, если участвовали. Покажу вам арки, что у нас получилось. Получилось, собственно, вот. Такое вот расширение. С такой хорошей полочкой. Как раз все ложится ровно на диск. То есть, охраненный Fitment Flash. Вот. Также немножко доработали бампер. Он теперь повторяет форму крыла, которая дутая. То есть ходит туда. И все это на нет, грели специально, подгибали. Погода не позволила показать все на улице, так что немножко терпения, все увидите, даже, наверное, в следующей серии. Сега тут занимается моими тормозами, то есть задними дисковыми, которые я выставлю на продажу. То есть вот балка, там еще суппорта, все валяется. То есть 13 тормозные диски, новые ступичные подшипники в ступицах, кастомные проставки охрененного качества, ну и опять же шпильки в ступице, чтобы все было комфортно. Останется докупить только, наверное, новому владельцу колодки, ну, в принципе, там колодки нормальные мы оставляем, и шланги, ну, тормозухи подводить, короче, суппортам. Поставил СУ, кстати, панель, вот как она выглядит. А, у меня же не включает свет, когда открыты двери. Ну, позже. Зато сейчас прикуриватель, все работает. Все красиво, все аккуратно. Прям вообще душа радуется, наконец-то. Все, ребята. Последний день мы собираемся в Тюмень. Ну, как мы? Я собираюсь в Тюмень. То есть спаржа собирается по полной программе. Забрала сегодня свои пороги. В таком вот они. Красивом цвете. Блин, цвет так-то реально очень классный, особенно когда он под лаком. На камеру, конечно, все как-то желто, но, думаю, видно все равно, что такое. Я прям вообще супер необычный цвет, мне прям нравится, я доволен в полной программе. Сейчас я снимаю всякую мелочевку, старые пороги снял вот эти как-то влаговыводители, которые в дверях находятся. Также все вытираю, все чищу. Снял фильтр, тоже перекрасить крышку. Кстати, вот по поводу холодного впуска. Кто-то мне все говорил, что воду будет сосать. Вот, ничего нету, ни пылинки, все сухо. Хотя у нас два дня подряд шли дожди, и машину я сейчас мыл керхером. То есть вообще влага туда не попадает ни под каким предлогом, потому что гофра, она здесь идет, грубо говоря, практически метр, такой как змейкой. И плюс она, опять же, гофрированная, то есть вода, если летит, она в стенку попадает, все, она дальше вверх и вниз не может скатываться. Понятно, что она высыхает со временем там. То есть, а фильтр, он даже не разбухает, не мокнет, если бы в него попадала вода. То есть, как-то так. Залил я сегодня еще масло, долил масло в коробку, его там вообще не было первое время. Также, наверное, надо в соло, точнее, антифриза подлить, но, наверное, не стоит тоже его перебарщивать. Машина когда нагреется, и ошибка пропадает. Ну, собственно, кстати, вот, крылья. Такие вот они у нас получились. Как мы их делали? Получается, взяли крыло, срезали здесь и срезали здесь. Все. Дальше мы поставили, ну, пластину из металла, вырезали, приварили, ну и как полуфендер тоже приварили. Все, решение было такое, что здесь, чтобы не делать дупло, было решено сделать такую решетку. Кстати, в принципе, очень прикольно так смотрится со стороны, если смотреть. Также здесь все решили оставить по стоку, и здесь какие-нибудь, не знаю, ребра из пластика, такие воздушные, или как они правильно называются, это еще ставят. В основном стенсеры вот, на бамперы, если у них там фендера какие-то широкие. Забыл, как называются, но не суть так важна. Все, то есть у меня опять же все ложится ровно на диск. То есть вот это место все ровно на диске. Все как по фэншую. Осталось только сделать заднее расширение, поставить тетивный хвост, и машина отправится в покраску.
Но это уже будет в следующем месяце, где-то, наверное, в конце даже. Мы там пока туда-сюда раскачаемся все. Посмотрим. Содрал наклеечки, Sharp Industrial. Виталик, извини, но поднадоело, надо что-то менять. Также хотел купить нишу, точнее бардачок пластиковый, багажник, но его не нашлось. То есть поеду пока вот с таким, как проклеенным. Также обязательно надо поставить чехол наш камуфляжный. Ну и просто прибраться. Поставили, кстати, бампер, точно же забыл показать. В общем, вырезали мы вот эту часть. Пытались максимально повторить заводскую. Но вот как-то так. Чуть-чуть шпакли и будет супер. Но когда она в полах, она совершенно по-другому смотрится. Просто вообще совершенно по-другому. То есть такая более собранная, более такая аккуратная, чем на верхах. Сейчас останется мне... А, в принципе, это план-то у меня какой? Поставить пороги, все закрутить, подкрасить, помыть. Напидорить диски максимально, подкрасить все вот это дело, то, что облезло об камни и об рельсы, и обо все, что угодно со временем. Натереть вот эту часть, ну, боковину резины, чтобы она хотя бы блестела. Ну, собрать все, что необходимо. В принципе, вот так вот немного. А, ну, всякие тут кнопочки поменяю, еще там заглушки. Ну, это буквально 5-секундное дело. Вот мне, кстати, набодяжили здесь краски. Было 100 мл, теперь стало 200. Это еще с учетом того, что мы покрасили пороги. И, как мне сказали, это смело хватит, чтобы покрасить полностью передние крылья. Но мы этого делать не будем. Я лучше куплю еще нормальные краски. Сделаю нормальное полностью расширение. И мы все вкупе вместе с машиной покрасим. Думаю я красить ее в тот же цвет. Цвет мне очень нравится. Как бы он такой... необычный для 11-й, вообще очень мало 11-х в зеленом цвете, как бы. Ну, в таком цвете я даже машины не видел, вот честно, вот как бы. Есть вроде машина Калина в таком цвете, но я не уверен, что именно этот, ну, цвет, кстати, ну, похожий, да, все-таки у Калины, но не знаю, он ли это или нет. Все, думаю попробовать на сей раз Титан, то есть это как то же самое, что Раптор, но только Титан. Попробуем максимально добиться мелкой зернистости, чтобы было как алмазная крошка. И попробуем, наверное, плюнуть лаком, чтобы примерно было вот как пороги. То есть такая шагрень и под лаком. Так-то очень прикольно. Ну, камера это не передает, но интересно довольно-таки смотрится, нежели чем просто вот такой вот как бы полумат. А здесь хотя бы, ну, примерно так и будет. Эта краска, кстати, металлик, не просто глянец. Вот, все. Ну, наверное, заканчиваем на этом серию. Не буду долго рассусоливать. Увидите вы все остальное. Ну, постараемся смонтировать во время, ну, в Тюмени, когда будем вечерком, с этим быстро смонтируем. Но выложим, наверное, только после того, как приедем. И этот материал с Тюмени, наверное, перенесется на конец недели. То есть, ну, постараемся за неделю выложить 2 видоса. Потому что не было на этой неделе видоса. И, ну, собственно, вы поняли. Ну, все. Пожелайте мне удачи в Тюмени. Также постараемся кого-то там попиарить в Тюмени. Все рассказать, сделать крупный просто обзор всего. Но, опять же, хочется что-то уже, конечно, получить, а не... сидеть как рак на мели и делать тачку, и в итоге ничего не выигрывать. Ну, делаю для души, и делайте вы тоже. Также не забывайте подписываться на мой паблик ВКонтакте, на мой Инстаграм, на Инстаграм у людей, которых я указываю, потому что это такая моя небольшая благодарность в соцсетях за их проделанную работу. Ну, даже вообще я стараюсь всех указывать. Ладно, все. До следующего видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, то есть фуру Лукасов. Все, пока.